Праздник уже в пути. На дорогах во время новогодних каникул следует быть особенно внимательными. Ежегодно в преддверии 31 декабря правоохранители вместе с членами отрядов юных инспекторов движения проводят профилактическую акцию «Полицейский Дед Мороз». Мы останавливаем водителей, поздравляем их с Новым годом, дарим им новогоднюю игрушку и брошюру, в которой рассказано об основных правилах дорожного движения. Акция «Полицейский Дед Мороз» проводится с 20 декабря по 10 января. В этот период автоинспекторы посетят образовательные организации, проведут беседы со школьниками и студентами о безопасности во время каникул. Еще и проводить какие-то мероприятия с водителями, с пешеходами, с пассажирами. То есть будем устраивать большие акции, где будем какие-то, возможно, игрушки дарить, сувениры и, соответственно, вот эти самые информационные листовки, которые напоминают участникам дорожного движения о правилах дорожного движения. Участники дорожного движения, уважаемые водители, с Новым годом вас!